Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы продолжаем нашего окурочка. У Эдны на посылках у нас есть или мелкие обидки. Мне писали в комментариях, типа, сбегай в город, забей пару уроков, там все будет, типа, тыры-пыры, все нормально. Но я не хочу пока что в город идти, мы с вами сейчас пойдем, выполнил задание, как там карта-то, вот она, короче, где задание мое, где, ну, я что-то не вижу, нихера. Ну, ладно, пойдем куда-нибудь сюда. Не буду пока пропускать уроки, попозже чуть-чуть мы их пропустим. А пока пойдем, типа, посылаемся чуть-чуть. Или сами посылаем кого-нибудь, я хер его знает. У Эдны на посылках. Это, наверное, судя по всему, наша повариха, которая курит и похожа на Дашу Букину. Потому что та тоже самое готовила. А замечательный хавчик у тебя, мать. Прям красота. Бас. Да заткнись ты. От этого вкуса так лучше. Хочешь попробовать? Ага. Правильно. Ну давай, давай сюда чуток. Я так нервничаю, вдруг не получится. Привыкай, пацан, ты же мужик. Отсюда уже будет легче, приятель. И, кстати, что тебе надо? Да ничего, меня послал главный. Неужели? Ну-ну. Тебе надо сходить в город и привезти мне мясо и еще кое-чего. А не то мне опять придется бросить в кастрюлю очередную кошку мисс Филлипс. Окей. Посмотрим. Мне нужно мясо из лавки ням-ням. Ах да, и еще бритву из парикмахерской, чтобы усы сбрить. И вот еще что, несколько пар трусов из поношенного. А то у меня всего одни, а их ношу с того семестра. Ну вперед, возьми мой велик. Это вон то достижение инженерной мысли у школьных ворот. Да уж. Она мерзкая. Вот она. А то одни. И рот стоит, сука. Дурная повариха, вообще нормалек. Ладненько, херзим. Возьми велосипед Эдны. Да без проблем. А что, у меня по времени, что ли, миссия? Нихера себе, у меня время бывает. За мной как бы часы, если кто-то не в курсе, которых никогда не видно. Но у меня капает время за это. А, возьми, говорит, велик. Ну, у меня мой велик-то стоял, если что. Я мог на своем догнать вообще только без проблем. У меня четкая тачка была, я ее заткнись там. Я ее сам ремонтировал. Сам вообще творил все это говно. У меня четкий механический велик. Кто бы сесть, поехали. Да. Собери вещи Эдны в городе. Ну, поехали, соберем. Вот, собственно, мы и вылезли в город. Кто-то хотел, чтобы я в него вылез, и я в него, собственно, вылез. Ой, сюда, далеко нет. А, все, в принципе, в одном месте. Ну, успеем. У нас остается, как бы, я не знаю, сколько это в игровом времени, но циферблат, окруженный красненькой полоской. Вот, собственно, и все. Да без проблем, успеем, все тут рядом. Мы прям потихо так раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, и все, спокойно. Так, ну-ка, не сюда куда-то заехали, может, под двор. Рот свои закройте, я вышел на охоту. Я местный, короче, байкер, я вообще беспредельщик. Опачки. Юм-юм маркет. А, ням-ням, в смысле. Опа. Что такое? Приступить к покупкам? Не, пока мне рановато покупать, и я еще денег не заработал. Хотя мне говорят, что у меня денег много. У меня денег вроде в районе 100 бачей, и если это много, то... Ну нормально, чё? Я согласен, пусть будет много. Так, это чё, хэппи мулет? А, парикмахерская для бритвы, я понял. Окей. Бриться я ни в коем случае не буду, никакие волосы не в жизнь, вот даже не просите. Серьезно, потому что ну нахер, мы играем за окурка, за бычка, за хулигана, за задиру, за дрочиру. И поэтому он должен быть лысый, в майке алкоголички и все. Больше никаких, в принципе, вообще даже замутов быть не может, никак, никак открыть. Блин, да мы успеем без проблем, это что за говно? Сумка с бельем, а, это труханы. Фу, блядь, эти глупые труханы носить, чтобы быстрее вернуться в школу, найди автобусную остановку Б. Да нахер она мне нужна, когда у меня есть четкий велик, вы издеваетесь, что ли? Автобус, наверное, за деньги, какого хера я буду ездить на автобусе и тратить свои деньги, когда у меня есть бесплатный лясик? Хотя хер с ним. Попробуем, может на автобусе быстрее в натуре будет, школьный автобус. А, он школьный, он бесплатный должен быть, само собой. Чё это со школьников деньги брать за школьный автобус? Это как так-то? Чё я... А, вот. Я думаю, чё он без меня уехал-то? А он, оказывается, меня уже довез. Да, мудила? Скорее, уже боятся меня эти белорубашечные-то. Да заткнитесь вы нахер. Опа! Подкат. Ей понравилось. Хотел сказать, я шлепнул ей по заднице, а в натуре, походу, шлепнул. Незаконное проникновение. Ага, сейчас вот. Все законно, я к поварихе иду, у нас нет свидания. Заткнись. Рот свой закрой, я тебе сказал, на. С ним лучше поторопиться. Я сказал, что в полностью секай срок годности. Чушь! Был в арте разборчиков едоков, нет! Этого хватит на месяц! Ну окей, там старт за мной бежит.
Успешно выполнен задание, наград 15 бачей. Вот он, типичный бычок. Быстрее беги, там староста идет. Я тебе отвечаю, быстрее беги! Бляха-муха, там... А, все? Доступен мажорский вызов? Да ладно, ничего себе. Прими вызов, убеди. Нихера себе, ну-ка. С мажорами кулаками-то помахаться самое, но нихера себе. Любишь? Я люблю хот-доги. Не, чувак, мою сосиску ты не получишь. Спокойно, пацаны, спокойно, не дурим. У меня драка с мажорами, вам этого и не светило вообще никогда. Вы чмошники. А я мажор, мать твою. А где драка с мажорами-то? Эх, бляха, она в городе. Ну окей, ладно. Поехали. Тихо. Они за мной гонятся уже. Да ну нахер! Ну, отлично. Кто сигналит, мать твою? Ну я должен четко как бы с мажорами подраться, потому что я уже парень-то не промах, у меня есть скейтборд. И само собой на мажорскую битву надо приезжать на скейтборде. То есть если как бы даже на там на велике или на автомобиле, это все не то. У мажоров все это есть, мажорами мажоров этим не удивишь, а вот приехать к мажорам, сука, на мясо-то на скейте, вот это они подобосрутся по-любому. Опачки. Ну чё, гопники, здорово, я пришел, сейчас вам всем пачки буду разносить. Так, вы мажор, да? Окей, что такое? Начать бокс, нет. Да, кстати, говорили мне про этот спортзал, что сюда надо сходить, там что-то купить, покачаться. Битва с мажорами. Вот сейчас юбельники полетят во все стороны. Думаю, смогу применить это себе на пользу. Да, конечно, сможешь, ты чё? Майк, алкоголичка никогда еще не проигрывала. Так, защищаться надо? Ты девка? А, я с Сережкой видел, девка какая-то. Ну, мало ли там, это как коротковолосая негритянка. Эй, ЛТ, я блокирую, алё. На-ка. Ух, нихера ты четкий парень, слышь? Ну-ка, вытащи меня из угла-то. О, вали его нахер, говныша этого. О, тихо, отходим. А, воу, парень, подожди. На-ка, апперкотика. Да тихо. А у меня есть этот, как его, апперкот-то нет здесь? Эх, не попал, прикинь. О, хорош, пролетело вообще неплохо. На-ка. Ай-яй-яй-яй, чувак, ты сегодня проиграешь, я тебе отвечаю. Вот это я ему сейчас втащил вообще четко прям. Блин, ну он меня выигрывает так-то. Ничего страшного. Сейчас мы покажем ему, где, сука, мажоры все должны валяться. За рингом, сука, все должны валяться мажоры, понял, нет? Опа. И на-ка вот тебе, апперкотик-то учись делать. Меня бомж учил, сука, я апперкот, король вообще апперкотов. На, о, хорош. Опа, на-ка. Тихо, не бить меня. Ну давай, тихо. О, двойной апперкотик прошел, хорош вообще и мне, и ему. На, сученька. Ну, нормалек, на, тряпка. Намахивайся. Давай. Чё не бьёшь-то? Я... Сука, смотри, специально дождался времени и втащил мне. Падла какая. Прям профессиональный боксер. Ну что ты? Ну мы в этом раунде уделали, реально. В этом раунде мы его просто прям отматросили только так. Давай сюда, паскуда. Чё-то раунды здесь короткие. Давай. На! Сучёныш, драться сегодня будешь, нет? Ой, понял, будешь, да? На-ка! Он уже шатается, он его повело, попал ему, на-ка, сука! Ой, там синячки у кого-то пошли, да, мудила? Тихо, все, он готов, он ложится. На! На! Ай-яй-яй! На! Еще разочек, апперкотик! На! А, блядь, не успел! Да хорош ты, мудила, слышь! Вали он нахер. На! Вот так-то, сученька. За ринг отправили, ублюдка. Эй! Следующий! Ты чё? Ты вообще те, кто сюда пришел-то, чувак? Тебе очков не хватает, и библиотеку тебе отправить. Слышь, ботан. Давай, поехали, нехера. Давай, опа. На-ка, внезапно. Давай, апперкотик, ты меня бомж учил, понял, нет? Я эти апперкоты наизусть все знаю. Ох ты, сука. Ай ты, на, падла. Вот, спокойно, все, хорошо. Ты заканчивай с этой херней, тебя слышишь? На! Ебать, ты отмахиваешься, хороший. Я думал, ты полегче будешь. На, во, нормально.
Прокатило, прокатило, серия пошла. Дай ему по щам-то. А, он меня уже... Блядь, где я-то? Хорош, не зажимай меня в углу, упырь. Сука, зажался, смотри, говно. Он меня реально ушатывает. Он ушатывает. Ты вообще ничего не попутал, другалек. Ну ладно, первый раунд с тем начинался так же, сейчас с этим уделаемся только в путь. Поехали, поехали, мудила. Опа, сразу встречного, а? Опа! Опа, вот так-то! Опа! Ай, сучёныш в бочину пробивает, тряпка! Ай. Да иди ты нахер, мой апперкот шел, слышь! На! Да блин, ты чё вытворяешь, слышь? Хорош, друган! Ты что-то больно борзый, тебе не кажется, нет? Да какого хера, я же от тебя уворачивался! Вот он, короче, четкий парень, слышь? Во, нормалек! Ща, 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 исправим ситуацию, и главное не сдаваться! Слышь? А сколько тут раундов-то вообще? Иди сюда, хуетень, иди сюда! Всю пачку сейчас разнесу тебе, паскуда, на! На! Вот так-то, хорош! А! Двойной проскочил, на! Вот так-то! Давай, давай его, давай, на это, на... мы быстрее, по-любому мы быстрее! Будем, будем бить его в обраточку, давай, 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 давай! Намахивайся, сука! Вот так... Бляха, печень пробил, говно! Да пошел ты нахер, слышь, чё, ушлопа! Нормально, вот, серия хорошая была! Сука, держимся, держимся, все нормально! Ой, здоровье-то поровну почти, ну, говно! Я сейчас все твои слюни оставлю, сука, на земле, понял, нет? На! Да пошел ты нахер, бить ты меня, сука, из-под тишка, гнида! Ай, хорош, пошло, 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 пошло. Пошло, пошло. Блять, попал, говно. Но у меня жизни-то побольше. Хорош, ой, серия какая пошла, смотри. Джастин, ты умираешь, по-моему, ты в курсе, нет? А! Не лезьте на окурка, сука, окурок вырос на улицах, окурок учился у бомжей. Бомжи плохого не научат, жалко, подножку здесь нельзя использовать. Сука, третий, что ли, во сколько тут, упыри? Какие-то там деньги говорят, может, я денег еще выиграю? Паркер, иди ты, твою мать. Где твой костюм, где твоя паутина? Иди отсюда нахер. Давай. Ну? Блять, ты смотри, какой он, вообще по нему не попадешь, по-моему. Давай, 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 давай. А что за говно-то? Я же увернулся, я должен был пройти. Что за херня? О, нормалек. Блях, его вообще по одному удару, походу, буксовать надо. Ну-ка. Да как так-то? Чё, какой верткий-то, сыкуха, ты драться будешь сегодня или нет? Херова защита, тварь. О, нормально, серия прошла, хорош. Этот раунд мы тащим получше, чем остальные первые. Этот раунд мы вообще нормально затаскиваем. Иди сюда, гнидос. Сюда подошел таракан, блядь. Сюда. На. О. Опа, опа. А, блядь, серия не ушла. Хорош, ладно, 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 ладно. Держимся, на-ка. Джебами, джебами его забиваем. Давай, на. О, хорош, прошел. Бляха, апперкот не вышел. Хороший такой, на-ка. А сейчас нормальный получился. Ой, хорошо пошло прям, смотри. На увороте в пузо прям прописал ему, сука. Давай, давай, мудила, давай. Ах, как оно, а? Как ты не ждал такого? Не ждал быстрого бычка-то, не ждал, сучёныш? На-ка. Бляха, повезло тебе сейчас, говно. На. На. Ах ты, он нихуя себе осталось, прикинь, это мой был удар. Мой удар должен был в конце раунда быть. Сколько раундов-то? Это же не чемпионский бой, здесь не должно быть 12, должно быть там 5, я не знаю, 6. На. 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 На, сука, сказал. Бей давай, апперкотик свой, давай, прописывай, на, падла. Ну ты чё, слышь, ты будешь драться сегодня, друга? Сука, смотри, весь в защите. Падал, а, прописал, нормально. Отлично, двойной прошел и ему, и мне. Ничего страшного, разменчик небольшой.
Ай ты, бляха, вот это неудачно было. Ай, нормально все. Отомстили. Идем на жесткий размен, по-любому с ним. Ах ты, сучка. О, нормалек, давай его, хорош. Сука, ты падаешь сегодня, ты в курсе, нет? Какого хера-то? Я намахнулся, там такой сильный разгон уже взял. У меня жизни, смотри, вообще почти все. Да не, они не почти, они у меня все. А это говно проигрывает. На! 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 Да дай ты ему посильнее-то, ну! Хорош! И терная серия проходит по щам, по щам, по щам, впадных по щам. На, сученыш. О, хорош! Да не, чувак, ты сегодня падаешь, ты в курсе, нет? Ты в курсе, нет? Ты падаешь, я тебе сказал, говно! Ты падаешь сегодня, падаешь, сказал... Блядь, я тебе сказал, ты падаешь, нет? Падай давай. Ой, ты попал, короче, на удар, на нормальный, на мой, на сегодня. А, сука, двойной размен опять пошел. Да ничего страшного. У нас прибавляется много, а у него ни хера. Чувак, тебе вообще, наверное, не прикольно, да? Ты выходишь на бой, а у меня все время жизни полные. Вот ты неудачник херов. На! Ох ты, сука, ты что, на тебя второе дыхание что открылось, говно? О! Ты умираешь сегодня, друган. Они что-то про меня там говорят, про Хопкинса, ни хера себе. Кто на следующий отдам, блядь, Хопкинс вам тут всем? Хопкинс вам эти перчатки сейчас всем жопу позасовывает, поняли, нет? Давай, 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 он в нокаут падает уже, все. Рокки, начало. Отлично, я победил. Где мой приз? Тут небольшая проблема. Творители были должны членами правления, так, чтобы ты не мог вступить. Вот что я скажу тебе, старина. Мы отдадим тебе этот старый заброшенный дом на пляже. Ты только приберись там. Короче, они сказали, что чтобы вступить, я должен быть... Мои родители должны быть членами. Но так как членом их родителей только один максимум, меня не взяли. Ты заслужил пропуск в пляжный клуб. А такие они подпольные боксерские бои-то. Поиграл, взял тебе херак. Доступна новая точка сохранения. Это все мое? Ты заполучил боксерское снаряжение? Хорош вообще. Прикинь, три подпольных боя, и я уже, короче, просто черт. Что тут такое? Мелкие обидки, яйца, мелкие обидки. А что за яйца? Что, вам не хватило, что ли? Еще кому-то яйца поломать, что ли? На втором этаже, ну пойдем. Я так понимаю, мне просто дали дом, да, никаких денег, ничего. Ну я им раздал пиздюлей, они мне раздали дом. Все логично. Как-то пройти-то. Ну-ка, открыли! Я не понял. Мне же вон туда надо попасть-то. Или типа туда можно только днем. Что за говно? А, вот, бля, ха, муха, вот проход-то. Пожалуйста, оденься правильно. Тебе нужен свитер Акваберри. А, свитер Акваберри, где его купить? В магазине одежды в Старой Булварской долине. Где это? Старая Булварская... Старая Булварская... Аква... А чё там Аква... Что сейчас было, скажите мне, пожалуйста. Эй! Это мой велик, пацаны. Поехали. Какое нахер воровство? Это не воровство, это просто я спокойно взял и забрал себе велик. Да, мужик? Опа. Полиция, херицы, говныши вы никчемные. Так, это не то. Где проезд-то? Ой, вообще не туда еду, спокойно. На разворот поехали. Нам надо проехать и взять свитер какой-то аквамарина, чтобы получить задание с яйцами связанное. Ну, по-любому кому-нибудь эти яйца надо будет поломать сюда. Да, сюда, поехали. А в городе-то веселее, чем в школе-то. Прям в разы веселее, серьезно. Нарушение режима. Какого? Че, тут менты будут следить за моим режимом, что ли? Вы нормальные вообще, нет? Кого-то изнасиловали, по-моему, только что в этой школе. Спать пойдем попозже, сейчас вообще не до сна. Так, отлично, еду. Надо в магазин одежды купить аквамаринский свитер, надеть его и пойти всем пораздать по яйцам. Непонятно для чего. Блин, я так хотел свои маленькие алкоголички, если честно, походить. А они мне предлагают какую-то херню здесь покупать. Я не понял, а где здесь? Во, клозет, одежда, да?
Ну-ка. А, клозет в смысле закрыто? А где одежда? Она где-то тут была, слышь? Ну, серьезно, где-то тут была, я отвечаю. Блин, они, походу, все закрыты, да? Пока, пацаны. Что-то я не то сделал маленько, ну ладно. Езжай! Блёха, нихера ты мусор-то ты что делаешь-то? Я ребенок, твою же ж налево, мудак! Вот он охерел, прикиньте! Ребенка ударил, ах ты гнида ментовская, сука! Ой, бля, пацаны, здорово! Отстаньте от меня, я могу гонять машину? По-моему, меня еще не научили. Нет, давайте лучше спать ляжем, короче говоря. По ходу дела мы в магазин не сможем пройти до утра. Ну правильно, ночью все магазины закрыты, все логично. Чувак, отведи меня домой, за мной там мусора гонится, давай меня. Да не бей ты, просто я согласен, отведи меня домой, что ты делаешь-то? Блять, гнида, пошел ты нахер, понял, нет. Я не потерплю такого отношения, поняли, нет, черти сраные. Глаза разуй, у меня даже не заметил, вот дурак. Это вообще, это не староста, это ублюдки, я прям вам серьезно говорю. Да ложись ты уже, ночь на дворе, там менты за нами гоняются. Менты реально просто все тартатули нахер попутали. Так не делается, так нельзя. Так, поехали в магаз, что ли? Спрятаться. От кого мне прятаться? Я всех уделаю только так. Так, яйца. Яйца? Да, магазин открылся, точно. Ну ладно, поехали. Знак доллар на радаре означает, что ты сможешь там заработать. Логика просто обосраться. Слышь, чувак, подвези! Доступные предложения работы. Да не нужна мне сейчас эта работа. У меня и так все нормально, без работы. Блин, а велик быстрее скейт или нет? На велике всякую дух. Да ладно, Салли! 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 Бляха, Салли! Я тебе отвечаю, это Салли! Ебать тебя разнесло, Салли! Что с тобой? Вот, вот это нихера себе! Женщина, дай... Я нихера себе, тихо. Да я не ударил девочку, я просто, короче. Вот вы охерели, серьезно. Спрятаться. Я цветок. Я цветок. Ничего не знаю, я цветок. Здорово. Блин, я хотел просто у нее отрезать, короче, велик. Окей. Ну я превратился в цветочка. Ничего страшного. Куртку аквамарина. Жалко, что менты меня на руках... Салли, блядь! Это опять ты, я тебе... Это Салли! Салли! Сука, Салли! Так, что там, футболку аквамарина какую-то? Туловище. Футболка зеленая, толстовка, толстовка, американка, американка. Где? Не понял. Мне какую-то... Аквамаринку надо было, что ли? Да где? Если так, а музыка вообще херачит. Ой! Вот это нихера себе. Эту я возьму. Наверное, с рекой модник стал. Купить. Хорош. Блин, да он вообще модняра. Поцелуй Джимми в пузо. Футболка 68. Да нет, а где же это-то? Да он вообще так-то модник у меня. Здесь нету тот, который меня хотели же. Там какая-то другая была. Я хер его знает, что это такое. Нормально, короче, выгляжу. Может быть, у него где-то... Слышь, чувак, у тебя что-то отдельно, нет? Бляха, Салли, что за прикол-то? Яйца. Блин, яйца, ну серьезно, а что ж за яйца-то? Блин, вообще, короче, он стал просто модный парень. Ну, в городе правильно, что с этой алкоголичкой не особо. Прогулы? О, чувак, отведи меня в школу. Давай, давай, давай. Все, все, ментяра, веди, я не сопротивляюсь. Опа, что такое, стрела валялась, смотри. Стрела какая-то была. Смотри, мусора тоже в школу отводят, нормально. Блин, я не успею. Полиция высадила у школы, спасибо. Сколько времени там? Бляха, сейчас уроки уже идут. Где ты там, староста, мудак? Отведи меня в класс. Давай быстрее.
И просто тупо использую. Использую и все. А они-то думают, они исполняют свою работу. Если бы я не хотел, никогда в жизни никто не... Ой, география один, нихера себе. Иди все отсюда. Всем добрый день, меня зовут мистер Мэтьюс, я ваш учитель географии. Уверен, вы все полны энтузиазма и готовы к учебе. Иначе зачем бы вы тут сидели? До конца урока определи, к какой стране, штату или провинции относится каждый флаг. Нихера себе. Великобритания, это вот сюда. Франция, нет, подожди, с Францией потом. Так, ватрёшка, это Германия, по-моему, вот это-то здоровое. Нет? Значит, вот это. Иди нахер, а чё же это такое-то? Франция? Да ты угораешь. А, Франция. А чё-то как неправильно, по-моему. Чего? И Германию я, значит, угадал, чё за прикол-то? Ты бляха-муха. Так, Греция у нас, по-моему, где-то вот тут, что ли? Нет. Я зато знаю Португалию, она вот тут по-любому. Нет, ну Португалия, значит, вот тут. У меня время сейчас кончится. О, Португалию угадал. Так, и Ирландия. Ирландия, наверное, должна быть вот здесь вот. Да, так, Испания. Она где-то вот либо тут, либо тут. Нет, не ори, значит, вот тут. А, там Италия, там же пицца нарисована, идти, твою мать. Я плохо знаю географию, чё ж теперь, на-ка. Значит, Испания вот тут у нас. Точно. Так, Швейцария, она где-то вот сверху Германии. Чего нет? Вот тут, значит. Норвегия. А, Норвегия вот тут у нас сверху. Вот она, Норвегия. Точно, так. Украина, она где-то... Вот тут же или тут Белоруссия? Точно. Значит, Белоруссия чуть выше. Так, Дания должна быть вот тут. Дания, потом, это что такое? Румыния вот тут вот. Нет? Издеваешься? Значит, вот тут Румыния, точно. Швейцария, значит, вот это. Да пошел ты нахер, как нет-то, если... Да! Пиздец. Ну, Финляндия точно тут? Греция не тут? Я что-то даже не понял, нихера, я так плохо знаю географию. Но я географию в основном, мы учили географию России, а не основные мира. Поэтому, как бы, я старался определять это по футбольным командам, если что. Так, билеты в кино, мелкие обидки, яйца. Ладно, поехали в кино. А мы опять сейчас этой стервой, да? Опять эта стерва скажет, типа, вот, давай-ка там. У стервы, да? Блин, как далеко-то все, слышь? Так, а есть велик здесь у меня, нет? Ладно. Короче говоря, географию мы с вами провалили, но нам поставили зачет, и это хорошо. Нам, кстати, сохраниться еще неплохо было. Так, нам все налево, окей. Я не понял, что там за футболка и где ее взять, которые с яйцами нас посылали. Хер его знает, там не было это. Там аква, шмаква или аквамарин какой-то, или что-то вроде того надо было взять. Там не было ничего со словом аква связано. Вообще по центру дороги, прикинь, херачим, как эти, короче говоря. Как депутаты. Где это? Где мои билеты в кино в конце-то конца? Ой. О, билет в кино. Точно, вот оно, муви. Ну-ка, убери. Барт, сука, Симпсон, ты не очень серьезно. Похож на Барта своим скейтом. Ну, стерва, да? По-любому стерва. Или вот это. Hey, Джимми Хопкинс. Знакомы? Нет, я Пинки. Но я все про тебя знаю. А тебе тут все говорят. Говорят, что ты плохой, злой и любишь драться. А Гэри говорит, что ты псих, потому что не уверен в своей ориентации. Да уж, Гэри вечно сейчас всякую хуйню. Ага, я знаю, он мне не нравится. Он любит издеваться над людьми. Ну и чё, давно ему не поиздеваться. Но я рада, что ты не сомневаешься в своей ориентации. Чё, правда? Ага, ты мне нравишься, Джимми Хопкинс. Да неужели? Но я хочу тебя кое о чем попросить. Какая неожиданность. Я последняя в очереди, а для меня этот фильм все на свете. Мне достанутся ужасные места. Ты не мог бы разогнать для меня всех этих людей? Пожалуйста, Джимми. А чем за это будет? Я принцесса, и мои желания должны выполняться. Так что живо, потому что я хочу быть первой. Господи, блядь. Ну ладно, с тобой.
Какая себе принцесса. Прочтите для Пинки дорогу очереди без насилия. Это как так? Отвлеки гордо, украв его велик. А, окей. Опачки. Эй! Упыри! Слышь, идите нахер. Да подождите, пацаны, ну-ка, ментя, отпусти от меня, я принцессы задание исполняю. Стражник, какого хера вы... Что провисает? А, мне там видос рендерится. Я думаю, что за говно. Так, ну ладненько, допустим. Родство закончилось. Блин, у меня там видос... Сука, ну-ка за мной, пидорасы. Срочно за мной. Я вам кое-что покажу. Пацаны, кое-что покажу. Пацаны, идите сюда. Пацаны, смотри! Ох, бляха, дебилы какие. А, так они боксеры, нихера себе. Апперкотик. Опа. На-ка, сука, вали его. Да дай ты ему еще-то, ну. Следующий. Тебе что, сука, подножку что ли дать? Ну, говно. Вали его. Садись на него, говорю. Ой, ну потерпите чуть-чуть, ребятки. Там видос рендерится просто. Срочно нужно его выложить. Он сейчас отрендерится, и все будет нормально. Поехали помогать дальше. Так я украл велик, в чем проблема-то? Да твою же ж мать, женщина! Так нечестно! Почему? Что не так? Не понимаю, что такое может произойти! Возвращайся к кинотеатру. Окей. О! Видос отрендерился, я же говорю. Все будет нормально, гришой. Так, что случилось-то? А, мне спрятаться надо срочно. Урну мне! Бляха, меня запалили, мусора! Мусора, мусора, мусора! Тихо, 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 тихо! О, ты нихера себе! Он кого-то сбил, по-моему, там, да? Ух, нихера себе. Ну куда-нибудь срочно спрятаться, пацаны, быстрее! Да быстрее, блях, там что-то валялось, кстати. Давай, все, пропадай. Отлично, подожди. Что это такое? А, это эти бомбы-вонючки. Ну, окей. Так, женщина. Как с ней поговорить-то? А, я еще не это. У меня прогулы до сих пор. Вот теперь можно, да? Окей. Да какие прогулы-то? А что я могу сделать-то? Да бляха-муха, вы достали, слышь? Блин, я во время уроков, походу, дел не могу это задание делать. Чувак, отстань меня нахер, слышишь? Я не прогуливаю школу, я помогаю принцессам. Убывайте прогулы, в конце концов. Блин, я не успеваю лазить, у меня сразу прогулы. Я не могу с ней из-за этого поговорить. Поехали. Не едет. Короче говоря, не получается с этим заданием, судя по всему. А без драка я его провалю. Блин, мать, не получается, уроки. А я так миссию провалюсь, меня затащат на урок. Ну пойдемте, ладно, урок не сорвем. Просто тут без толку, что бегать, ждать, пока не закончится, нужно просто на них сходить. Отведи меня давай. Да чувак, ну можно как-то понежнее это. Блять, Салли, дай ему пас сейчас. Ты же Салли, в конце-то концов. Я тебе говорю, это Салли. Это Салли. Бляха-муха, вот я был рад его увидеть. Давненько мы его с вами не видели. Спасибо. Спасибо, чувак, спасибо. Я тоже очень рад, что ты мне так помог. Где старосты? Не, быстрее, короче, добежать, чем на старост нарваться. А вот, ну-ка иди сюда! Э, дебил! Там потом в аудиторию еще искать неохота. Ну, лучше мы вот так вот просто быстренько досходим, все будет нормально. Просто отведи меня спокойно, купи мне мороженку, конфетку и скажи, Джимми, ты молодец, иди в класс, математика один. А что, у нас математики не было еще? Я понял, все. Надеюсь, все приготовились учиться чему-то. Это вам не какая-то там грамматика. Это он троллит того бухающего мужика. А до конца урока, видимо, сами количество вопросов РС есть указатель. Окей. 3 плюс 4. Окей. 50 равно 5 плюс 45. 6 на 6, 36. Сколько треугольников? Раз, два. Раз, два, два. Что меньше? Бляха, муха. 12 равно 12, 20 минус 8. Что больше? Юпитер. Что меньше?
издеваешься? 8 плюс 3, 11. 1 разделить на 2, 0,5. Что медленнее? Самолет, вот этот ленивец. 120 равно, это 70 плюс 3, это 110. 3 на 40. 7 минус 5, 2. Что быстрее? Машина. 99, это вот это. 12 плюс, получится 21, получается 9. 35 равно 7 на 5, 35. Что быстрее? Ракета, мать ее. Сколько квадратов? Раз, два, три, четыре, пять. 0,5 умножить на 34. Да ты угораешь на 34. Это получается на 2, 17. 15 минус 6, это 9. Что быстрее? Гоночная машина. 0,5 равно 1 на 2. Что выше? Горы. Что больше? 79. 7 плюс 3, 10. 24 равно, это... That's enough for today. Good work. Мне не дали больше времени, так нечестно. Не, ну мы, в принципе, сегодня нормально вообще получились. Прям красота. Теперь доступна маска гения. А, спасибо. А теперь можно, собственно, сохраниться и закончить на этом. Вообще же огонь будет. Так, не ори. Опычки. Мы, смотри, я математику 5 на 34. Я вообще охереть-то посчитал. Это я прям красава. Давайте, короче говоря, на этом закончим. Мы сегодня, в принципе, успешно с вами побегали. Мы надрали щи, короче, мажора. Мы выиграли математику. Мы попытались найти билет в кино, но нас запалила наша прогулка. В следующей серии продолжим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, учите математику. Она вот, оказывается, может пригодиться. Хотя я до этого знал, что она когда-нибудь пригодится. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.